Ремонт городской автостанции затягивается. Согласно срокам, которые в середине сентября озвучила глава администрации Елена Гольцварт, укладка асфальта на площади автовокзала должна была завершиться еще в минувшую субботу, 28 сентября. Но, как сегодня убедилась наша съемочная группа, ремонт площади далек от завершения. Новенький асфальт лежит далеко не везде. По приблизительным оценкам самих рабочих, на то, чтобы закатать асфальтом всю автостанцию, понадобится как минимум неделя, и то, если не ударят морозы, из-за чего могут прекратить работу асфальтовые заводы. Почему ремонт затянулся, тоже пока непонятно. Представитель подрядной организации без особой охоты отвечал на вопросы. Но во время съемок журналисты стали свидетелями любопытной сцены. Представитель местной власти, в данном случае зампредседателя комитета по управлению центральным округом Александр Яценко, упрекает подрядчиков в нерасторопности. Все вопросы. Кто мешает работать? А кто мешает вам работать? Весь этот рынок мешал работать. А как он мешал работать? Я освобождал нашу территорию. Не понял. Вот тут я не понял. Нет. Я говорю, не, я не понял. Да. Ты там что-то сделал, нет? Сейчас, все сделал же. Вот сейчас только ты начал делать. Ты ни хрена не делал там, извиняюсь. И рынок тебе не дал работать. Они же мешали нам. Мешали, но почему асфальт до сих пор не выложен? Рынок мешал ложить. Как конкретно рынок помешал класть асфальт на территории, которая к нему даже не примыкает, нам выяснить не удалось, как и примерных сроков окончания здесь работ. Возможно, ответы на вопросы, когда же с площади автовокзала уберут забор и здесь начнут останавливаться автобусы, мы узнаем в скором будущем. По предварительной информации, в ближайшее время площадку автовокзала намерена посетить глава городской администрации Елена Гольцварт. Напомним, реконструкция площади началась в июле. Из областного бюджета на эти цели было выделено 7 миллионов рублей, но, как ранее заявляли чиновники, в результате аукционов удалось сэкономить, но оставшиеся деньги также пойдут на благоустройство территории автовокзала.